Шоурум, автосалон Hyundai, город Уфа. Делаю замеры тепловизором. Сейчас смотрим, как распределяется температура помещения. Температура пола около 25 градусов. Потолок имеет температуру 26 градусов. В панелях сейчас температура теплоносителя самой верхней левой точки 34-35 градусов. Стена 25 градусов. Синим обозначено стекло. Это фасадное остекление и ворота, через которые завозят автомобили. Вообще в автосалоне очень много панорамного остекления. А панели, обратите внимание, они, такая сеточка, они подвешены за сеткой грильята. Если вы планируете закрывать панели теплопанели сеткой грильята, то это надо обязательно учитывать на этапе проектирования, подбора оборудования, потому что часть тепла будет все-таки сниматься именно на сетку и не доходить внутрь помещения, лучи могут не доходить. Поэтому сетка грильята имеет разную ячейку, и при расчетах системы надо обязательно понимать, какая будет ячейка, для того чтобы сделать правильный расчет. Помещение очень комфортно находиться. Сейчас посмотрим температуру автомобиля. 26 градусов. Другого автомобиля, что тут много, тоже 26 градусов. Что автомобили, что температура пола имеет примерно одинаковую температуру 25-26 градусов. Я сейчас нахожусь в зоне клиентской, где можно ожидать, пока происходит сервис или покупка автомобиля. Вот здесь какие температуры окружают человека. В помещении находиться очень комфортно. Объект используем панели ТП1, а вдоль фасадного остекления, ближе к панорамному остеклению, уже применяются панели ТП2. Все снимают.